В приоритете человек, его проблемы, на первый взгляд неразрешенные вопросы. Ему необходимо помочь в рамках законодательства и в рамках человеческого отношения. Именно об этом говорил в своем выступлении на семинаре перед служащими и специалистами разных уровней Александр Лукашенко. Об этом говорили и 29 июня в Брестской областной нотариальной палате на расширенном заседании Совета нотариусов Брестской области. Сегодня на нашем Совете нотариусов Брестской области мы планируем обсудить тему, которые затронул президент в своем докладе, а также обсудить обращения граждан, которые поступают в палату нотариальную от граждан. И также мы хотим обсудить формы и методы работы с обращениями, как мы можем усовершенствовать эту работу. Одним из основных вопросов, на которые обратили внимание члены Совета, стала тема проведения республиканского семинара-совещания «Актуализация форм и методов работы с населением на местном уровне». Задача, которая всегда стоит в приоритете нотариата – защита прав и законных интересов граждан. Ведь для того, чтобы решать текущие вопросы, помочь человеку в сложившейся жизненной ситуации, необходимо в первую очередь слышать запросы граждан. Поскольку у нас нотариальная деятельность наша основная, то, конечно же, все эти вопросы касаются нотариальной деятельности. Есть вопросы, которые граждане не могут решить годами. То есть получается там какие-то правовые моменты, которые, в общем-то, с точки зрения законодательства неразрешимы. Ну и, конечно, желания граждан не всегда совпадают с тем, что может предоставить им законодательство. По итогам заседания были рассмотрены ключевые вопросы и приняты нужные и важные решения, направленные на помощь гражданам. Маленьких проблем не бывает. Для каждого человека его проблема превыше всего. Именно поэтому так важно уметь найти подход к каждому и максимально эффективно помочь. Не меньше внимания со стороны нотариата уделяется сохранению исторической памяти. Именно поэтому перед проведением заседания сотрудники нотариальных служб Брестской области возложили цветы к памятнику павшим воинов Великой Отечественной войны. Здесь захоронены люди, которые пережили весь ужас войны. Тогда они были еще все молодыми людьми. Они перебороли страх, они верили, надеялись и сражались. И именно благодаря таким людям была одержана победа в Великой Отечественной войне. Поэтому мы все гордимся их подвигом. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.